сотрудниками Государственной инспекции по маневренным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю, совместно с сотрудниками линейного управления внутренних дел на транспорте и Ространснадзора, был проведен совместный межведомственный рейд по контролю за эксплуатацией маломерных судов, в ходе которого двумя судоводителями были предъявлены удостоверения на право управления маломерным судном с признаками подделки. В обоих случаях материалы переданы в линейное управление внутренних дел на транспорте для принятия процессуальных решений. Также в ходе рейда были выявлены нарушения в области пассажирских перевозок. Сотрудниками Ространснадзора были составлены административные протоколы в отношении двух судоводителей по статье 11.8 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Приморского края. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации маломерных судов, а также безопасности людей на водных объектах.